Бывший министр иностранных дел правого толка Андже Логар собрал большинство голосов в первом туре президентских выборов в Словении. Во втором туре в борьбе за этот в основном церемониальный пост ему предстоит встретиться со своей левоцентристской соперницей Наташей Пирц-Мусар. Разрыв между ними составил около 7%. Второй тур выборов состоится 13 ноября.